Здравствуйте. Я прочитаю курс лекции по физической химии. Сразу скажу, что физическая химия – это теоретическая база химии, любой химии и химической технологии. Все промышленные процессы, их разработка и оптимизация невозможны без использования теоретических знаний, то есть знаний физической химии. Чтение любого курса химии – сейчас происходит обязательно с использованием, так сказать, основных положений физической химии. То есть без физической химии, обычная химия, органическая, неорганическая, аналитическая, это все кухня. То есть смешиваем вещества такие-то, и в результате протекает химическая реакция, получаются такие-то вещества. И только физическая химия объясняет, почему именно так происходит. План сегодняшней лекции. Сегодняшняя лекция посвящена химической термодинамике, то есть одному из разделов физической химии. Мы с вами познакомимся с тем, как следует вычислять теплоты химических реакций, остановимся на законе Гесса, познакомимся со всеми законами термодинамики, с первым, вторым и третьим, рассмотрим критерии самопроизвольности процессов. В России годом основания физической химии считается 1752 году. Именно в этом году наш великий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов впервые прочитал курс лекций, который он назвал «Физической химией», своим ученикам. Вот. И в этом курсе как раз он дал определение физической химии, которое не потеряло своей актуальности до сих пор. Физическая химия – наука, изучающая на основании положений и опыта физики то, что происходит в сложных телах при химических операциях. Физическая химия может быть названа химической философией. В Западной Европе годом создания или годом основания физической химии считается 1886 году. То есть в этом году Оствальд организовал в Лейпцигском университете кафедру физической химии и прочитал своим, и, соответственно, прочитал первый раз лекции по физической химии. И опять же, в этом году был основан журнал Zeitschrift für Physikalische Chemie, то есть журнал физической химии. Но те, кто отдыхал хоть когда-то в Алуште, и посещал местечко, которое называется «Рабочий уголок», сейчас он называется «Профессорский уголок», то мог узнать, что экскурсоводы говорят, что физическая химия была основана Бекетовым. Ну, это действительно так. То есть Бекетов в России впервые задолго до 1886 года основал кафедру физической химии. Вот основные разделы физической химии. То есть первое – это строение вещества. В этом разделе на основании квантовой механики, то есть так называемого уравнения Шрёдингера, объясняется строение атомов и молекул, кристаллических решеток твердых тел и так далее. То есть все о строении вещества. Второй раздел – это химическая термодинамика. Вот с ней мы как раз сегодня на лекции познакомимся. Следующий раздел – это фазовое равновесие. То есть в этом разделе на основании законов термодинамики изучаются закономерности фазовых равновесий, таких как кристаллы, жидкость, пар. Полученные данные представляются в виде так называемых диаграмм фазового равновесия. Мы о них поговорим на второй лекции. И эти диаграммы бывают либо плоские, либо пространственные. Следующий раздел физической химии – это электрохимия. Она изучает свойства растворов электролитов, особенности их поведения по сравнению с молекулярными, то есть растворами, которые не диссоциируют на ионы. Исследует закономерности взаимопревращения энергии химических реакций и электрохимической энергии, которая имеет место в работе вот гальванических элементов или электролизеров. И, наконец, большой раздел физической химии – это химическая кинетика и катализ. Она занимается, то есть этот раздел занимается изучением закономерности протекания химических реакций во времени. Исследует влияние на скорость и механизм реакции таких термодинамических параметров, как давление, температура, присутствие катализаторов и ингибиторов. Как раз третья наша лекция будет посвящена химической кинетике и катализу.
Ну, еще раз повторю, что физическая химия – это теоретическая база любой химии, химической технологии. То есть все промышленные процессы, их разработка и оптимизация базируются на законах физической химии. Ну и перейдем к первому разделу нашей лекции. Это основы, вернее, первая лекция – это основы химической термодинамики. Надо сказать, что термодинамика – это раздел теоретической физики. То есть это наука, изучающая закономерности взаимопревращения различных видов энергии и перехода энергии между системами в форме теплоты и работы. Вот. А конкретное приложение вот термодинамики, вот эти разделы теоретической физики к химическим реакциям и к физико-химическим процессам, изучает уже химическая термодинамика. И задачами химической термодинамики служит следующее. Это значит вычисление тепловых эффектов, химических реакций, физико-химических процессов. О них мы сегодня поговорим. Предсказание направления и глубины протекания реакции. Мы тоже это сегодня обсудим. Далее, анализ химических равновесий, вычисление равновесных концентраций участников реакции. То есть до какого состояния, то есть каков предел протекания химических реакций. И далее анализ фазовых равновесий с помощью диаграмм фазового равновесия. Этому мы посвятим следующую лекцию. Теперь остановимся на основных понятиях и определениях термодинамики. Значит, в основе лежит понятие о системе. Система – это тело или группа тел, фактически или мысленно выделенные нами в окружающей среде. То есть, другими словами, система – это часть среды, окружающей нас, которые нас по каким-то причинам интересуют. Допустим, стакан с водой – это система, которая нас интересует. Все остальное, кроме вот системы, это окружающая среда или просто окружение. Классификация систем, то есть по обмену с окружающей средой, энергией и веществом, системы бывают изолированные. То есть, как видно из названия, эти системы не могут обмениваться с окружающей средой ни веществом, ни энергией. Далее, закрытые системы. Эти могут обмениваться энергией, но не могут обмениваться веществом. И, наконец, открытые системы, они могут обмениваться и веществом, и энергией. Вот примером открытой системы может служить человек. То есть мы обмениваемся с окружающей средой всем. Далее, следующая классификация системы – это по числу фаз. По числу фаз системы бывают гомогенные, то есть система состоит только из одной фазы. Это, предположим, раствор натрий-хлор в воде, то есть просто молекулярный раствор, то есть одна фаза. Далее, гетерогенные – это системы, в состав которых входят несколько фаз, и которые отделены друг от друга поверхностями раздела фаз. Ну, допустим, в воде плавает кусочек льда. То есть лед – это одна фаза, а вода – это другая фаза. Или пример более сложной системы – молоко. То есть это капельки жира – это одна фаза, то есть совокупность капелек жира – это одна фаза, а водная среда, в которой они суспендированы – это другая фаза. Ну и под фазой понимают совокупность частей системы, имеющих одинаковый химический состав и термодинамические свойства – и отделенных от других частей поверхностями раздела фаз. Далее. Следующее понятие, одно из центральных понятий химической термодинамики, это так называемые термодинамические параметры состояния или свойства системы. Вот эти свойства системы определяют состояние системы, то есть задают это состояние системы. То есть если мы определим у системы температуру, давление, ну в данном случае еще внутреннюю энергию, то мы тем самым определим состояние этой системы. Вот. Причем вот эти свойства, они обладают таким качеством. То есть их изменение не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием системы. То есть если мы, допустим, повышаем температуру в системе, то изменение температуры дельта Т не зависит от того, как шло это повышение. То есть грели ли мы, опустив воду, кипятильник, или нагревали в газовой горелке, неважно. То есть неважно, как шел процесс, главное, что в начале температура была Т1, то есть Т начальная, а в конце процесса Т конечная.
изменение температуры или давления, или, как мы узнаем, внутренней энергии, энтропии, не зависит от того, как прошел процесс. Вот. Далее. Если в ходе процесса, вернее, если у нас происходит процесс, то меняется свойство системы. Вот. И вот всякое изменение свойства системы или термодинамического параметра как раз и называют термодинамическим процессом. А если при протекании процесса происходит изменение химического состава системы, то такой процесс называют химической реакцией. Ну, сами понимаете, что для химии как раз вот такие процессы наиболее важны. Далее. Сами процессы могут протекать при постоянстве, вернее, могут протекать так, что все параметры меняются, и температура, и давление. Но обычно их осуществляют так, что какие-то параметры поддерживаются постоянные. То есть, допустим, реакцию в автоклаве стараются проводить при постоянной температуре. Если температура постоянная, то такой процесс называется изотермический. Если в ходе процесса давление поддерживается постоянным, то такой процесс называется изобарный процесс. Ну, допустим, достаточно просто проводить реакцию на открытом воздухе, то мы обеспечиваем тем самым постоянство давления. Наконец, если процесс происходит при постоянном объеме, допустим, в том же автоклаве, то такой процесс называется изохорный. И если мы изолируем систему, то есть обеспечим отсутствие теплообмена с окружением, то такой процесс будет называться адиабатическим. Далее, следующим понятием, центральным понятием химической термодинамики, вернее, вообще всей термодинамики, в частности химической, является энергия. То есть все знают, что движение – это атрибут материи. Материя существует только в движении. Вот мерой движения, то есть количественной и качественной его характеристикой, является энергия. Ну и нетрудно понять, что энергия – это функция состояния системы. То есть как и температура, и давление. Ее изменение в том или ином процессе не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием системы. Вот, предположим, мы поднимаем на гору высотой h какой-то предмет массы r. При поднятии предмета энергия, потенциальная энергия, которая в данном случае обозначена буквой v, она изменится на величину mgh. И неважно, как мы это тело на гору, так сказать, поместили. То ли мы на вертолете его туда завезли, то ли на ослике по серпантину, неважно. То есть всегда изменение энергии будет mgh, потенциальной энергии. Дальше. Существует множество всяких видов энергии, то есть химическая, электрическая, и системы обмениваются энергией друг с другом. Но форм обмена энергии только две. То есть системы могут передавать энергию либо в форме теплоты, а теплота – это такая форма передачи энергии от системы к системе, за счет хаотического движения частиц, то есть молекул, атомов, ионов, контактирующих систем. То есть если я на стол положу кусочек льда, то, соответственно, энергия стола за счет хаотического движения, то есть молекулы стола двигаются с большой амплитудой, эта энергия вот за счет хаотического движения молекул будет передаваться кусочку льда, и, соответственно, кристаллическая решетка рухнет, и лед растает. И, значит, следующая форма – это работа. То есть работа – это форма передачи энергии от системы к системе за счет направленного движения микро- или макротел. То есть, допустим, поток электронов совершает электрическую работу. Если рабочий двигает какую-то тележку, то тем самым совершает механическую работу. В литературе можно встретить обозначение работы, это W или A, это work или arbeiten, английского и немецкого. Мы будем работу обозначать буковкой W. Работа бывает полезная, то есть она подразделяется на полезную, то есть это любая работа, химическая, электрическая, работа по изменению поверхности раздела фаз, кроме работы против сил внешнего давления, то есть против атмосферы. Ну и, соответственно, неполезная работа, то есть работа против сил внешнего давления. Причем и теплота, и работа – это уже не функции состояния. То есть их количество зависит от того, как происходит процесс. То есть
как мы проведем процесс, будет зависеть количество теплоты и работы. Ну вот на следующем слайде это видно. То есть если у меня газ сжат поршнем, и он будет расширяться при постоянной температуре, то есть теплообменом с окружающей средой, то будет совершена одна работа. А если газ будет расширяться, и при этом у нас нету теплообмена, то есть в условиях адиабатичности, то работа будет совсем другая. Ну а теперь перейдем к первому началу термодинамики. То есть мы с вами рассмотрели основные понятия химической термодинамики. И, соответственно, теперь перейдем конкретно к приложениям, то есть самим законам и приложениям этих законов к химическим процессам. Вот в основе первого закона термодинамики лежит понятие о внутренней энергии. То есть внутренняя энергия – это энергия всех частиц, составляющих систему. То есть, допустим, если у нас система – это стакан с водой, то во внутреннюю энергию будет входить энергия кинетическая, то есть энергия движения молекул, и энергия потенциальная молекул, то есть их взаимодействие друг с другом. Опять же, движение атомов и их взаимодействие, то есть кинетическая и потенциальная энергия атомов. Далее, атомы состоят из электронов и ядер, тоже взаимодействуют друг с другом. То есть, другими словами, внутренняя энергия складывается из кинетической и потенциальной энергии всех частиц, составляющих систему, включая и неизвестные еще виды энергии. Вот. Но если при этом, допустим, мой стакан стоит на тележке и катится, то есть сам-то стакан в целом обладает кинетической энергией МВ квадрат пополам, то вот эта кинетическая энергия в целом всей системы не входит во внутреннюю. И то же самое относится и к потенциальной энергии системы в целом. То есть в самом названии внутренняя энергия, то есть энергия, которая внутри. Но из определения следует, что, соответственно, если в нее входят еще неизвестные виды энергии, то абсолютное значение внутренней энергии нам неизвестно, и никогда мы их знать не будем. Но изменение внутренней энергии в том или ином процессе мы знаем. Допустим, нагреваю я тот же стакан с водой, а температура Т1 до Т2. То есть, сколько было внутренней энергии в начальный момент, мы не знаем. Сколько станет внутренней энергии после нагрева в систему, мы тоже не знаем. А вот на какую величину изменилась внутренняя энергия, мы знаем. Вот. Это дельта У. Так вот, вековые наблюдения человечества привели к тому, что, вернее, в результате вот вековых наблюдений человечества был сформулирован так называемый первый закон термодинамики. Вот математическая его запись изображена на слайде, на экране. То есть что она означает? Что если внутренняя энергия системы изменилась на какую-то величину дельта У, то это могло произойти только в результате либо теплообмена, либо обмена и работы. То есть других форм передачи энергии от системы к системе нет. Отсюда и запись. Дельта У равняется Q плюс дельта W. Вот. Далее. Или если процесс, весь процесс в целом, разбить на бесконечно малое число участков, то, соответственно, в дифференциальной форме, вот этот первый закон термодинамики, это называется математическое выражение, первый закон термодинамики, записывается таким образом. Но обычно все это решается относительно теплоты, вот в интегральной или в дифференциальной форме, соответственно, и закон формулируется так. Это теплота, подведенная к системе, идет на увеличение внутренней энергии системы и совершение системы работы. То есть вот формулировка первого закона термодинамики. Или еще другая формулировка. Вот для изолированной системы, напоминаю, изолированной называется система, которая не может обмениваться с окружающей средой ни энергией, ни веществом. Для нее, соответственно, теплота равна нулю, работа равна нулю, и изменение внутренней энергии не происходит. То есть внутренняя энергия изолированной системы постоянна. Или как записал классик химической термодинамики Клаузиус, энергия мира постоянна.
То есть только что мы сформулировали с вами понятие о теплоте и работе и сказали, что теплота и работа – это функции процесса. То есть их количество зависит от того, как произошел процесс. Но вот в двух важных для практики случаях теплота процесса перестает зависеть от его пути. То есть определяется только начальным и конечным состоянием системы. Какие же это случаи? То есть первый случай – это когда мы рассматриваем изохорный процесс. Изохорный процесс – это значит объем системы постоянный. Будем считать, что никакой полезной работы не совершается, то есть W со штришком равно нулю. И тогда первый закон термодинамики записывается следующим образом. Но так как объем системы постоянный, то dP на dV равно нулю. И окончательно мы имеем, что теплота изохорного процесса, о чем говорит индекс V под теплотой, это изменение dU. Или для процесса всего в целом, теплота изохорного процесса равна изменению внутренней энергии. То есть, смотрите, внутренняя энергия – это функция состояния системы. То есть, ее изменение не зависит от пути процесса. И, соответственно, раз теплота ей равна, то и теплота приобретает такое же свойство. То есть ее количество не зависит от пути процесса, а определяется только исходными, то есть начальным состоянием системы и конечным состоянием системы. И следующий процесс – это когда давление постоянное, то есть когда мы рассматриваем изобарный процесс. Опять же, если принять полезную работу постоянной, то мы можем первый закон термодинамики записать следующим образом. Далее. Если давление постоянное, то мы можем давление внести под знак дифференциала. А сумма дифференциалов есть дифференциал суммы. И вот то, что стоит под знаком дифференциала, мы обозначим буковкой H. Это энтальпия. То есть H это U, P на V. И тогда полученное выражение записывается следующим образом. То есть теплота процесса, изобарного процесса, есть изменение энтальпии. Ну, видно, что энтальпия – это тоже функция состояния. То есть в нее входит только функция состояния. Соответственно, изменение энтальпии не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием системы. И теплота приобретает точно такие же свойства. То есть, еще раз повторю, теплота изохорного и изобарного процессов – это как бы функция состояния. То есть количество ее не зависит от пути процесса, а определяется только исходным и конечным состоянием системы. Ну, между дельта U и дельта H в случае идеального газа, напоминаю, идеальный газ – это такой, который состоит из молекул, как бы не имеющих объема, и которые испытывают только упругие соударения, между собой никаким образом не взаимодействуют, то есть это как бы летающие упругие шарики. Так вот, между ними имеется простая формула, где дельта N – это изменение числа моль газообразных веществ в ходе реакции. R – это универсальная газовая постоянная, 8,31, грубо говоря, и T – это температура. Вот для конкретной реакции синтеза аммиака методом Габера дельта N, то есть все участники реакции газообразные, дельта N равняется минус 2. А если бы при этом аммиак вымораживался, то есть получался в виде кристаллического продукта, то дельта N вообще бы было минус 4. Так вот, мы сформулировали представление о том, что теплота изохорного и изобарного процессов не зависит от пути процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием веществ. Так вот этот факт опытным путем впервые установил Гесс. И он носит название закона Гесса. И для химии он имеет колоссальнейшее значение. То есть, конкретно, допустим, если мы имеем исходные вещества, и из них получаем какие-то продукты, и можем провести превращение, допустим, напрямую, и при этом тепловой эффект – это дельта H1, или через какие-то промежуточные вещества, и у каждой стадии свой тепловой эффект. Так вот, на основании закона Гесса, а по сути дела вот следствие из первого закона термодинамики, мы можем записать, что дельта H1 равняется сумме дельта H2 плюс дельта H3, или, соответственно, сумме дельта H4 плюс дельта H5 плюс дельта H6.
И вот это имеет колоссальное значение для химии. То есть, используя закон Гесса, мы можем считать тепловые эффекты химических реакций. А для этого физхимики ввели такое понятие, как стандартная теплота образования веществ. То есть, обозначается это дельта H. Ну, должен сказать, то есть, вы можете спросить, а почему говорится теплота, а пишете дельта H? Дело в том, что большинство процессов обычно проводят при постоянном давлении, то есть на открытом воздухе, то есть при атмосферном давлении. А раз так, то мы знаем, что теплота изобарного процесса равняется дельта H. Поэтому часто так и говорят. Говорят, теплота процесса. Но имеют в виду теплота изобарного процесса и записывают дельта H, то есть теплота, то есть изменение энтальпии. Вот, и ввели так называемую теплоту образования веществ. А взяв ее при так называемых стандартном условии, то есть это при давлении одна атмосфера, о чем свидетельствует вот этот нолик вверху, и, соответственно, 298 Кельвина, и для многих веществ такие величины внесли в таблицы, то есть табулировали их. Так вот, теплота образования – это тепловой эффект образования 1 моль данного вещества из простых веществ. Напомню, что простыми называют вещества, состоящие из атомов одного вида. Допустим, азот N2, кислород O2, графит и так далее. Вот. Иногда бывает так, что вещество имеет несколько стандартных, имеет несколько простых веществ. Допустим, тот же графит. Это может быть и углерод, это может быть и графит и алмаз, да, или там другие состояния. Вот. Тогда в этом случае за простое вещество, берут вещество наиболее устойчивое при комнатной температуре и давлении 1 атмосфера. То есть в случае углерода это графит. Ну, например, вот теплота образования воды. Это вот теплота вот такой реакции. То есть, если мы измерим тепловой эффект при постоянном давлении реакции образования, то есть горения водорода в кислороде с получением 1 моль воды, то мы тем самым измерим вот теплоту образования. F – это formation, значит, образование. Далее, так вот, с помощью теплот образования мы можем считать тепловой эффект любой химической реакции. Вот. Допустим, вот нам дана химическая реакция в общем виде. Вот. А – это исходные вещества, Б – это продукты реакции. Так вот, тепловой эффект химической реакции равен сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных веществ. То есть мы берем справочник, выписываем из справочника теплоты образования продуктов, теплоты образования исходных веществ, складываем, вычитаем, и получаем тепловой эффект данной реакции. Ну, естественно, нужно учитывать еще стихиометрические коэффициенты А и Б. Следующий путь вычисления тепловых эффектов реакции – это через теплоты сгорания. То есть теплота сгорания – это тепловой эффект реакции глубокого окисления, то есть сгорания вещества. В случае органических – это до высших оксидов H2O и CO2. Но если еще азот содержащий, то тогда до N2. Вот с помощью, ну, например, вот теплота сгорания метана – это тепловой эффект при постоянном, опять же, давлении от такой реакции. Метан сгорает с образованием CO2 плюс H2O. И для той же реакции в общем виде тепловой эффект вычисляется с помощью теплот сгорания следующим образом. То есть это сумма теплот сгорания, но только уже исходных веществ, за вычетом суммы теплот сгорания продуктов реакции. То есть, опять же, в справочниках мы находим теплоты сгорания исходных веществ, теплоты сгорания продуктов. А надо сказать, что более представлены в справочниках теплоты сгорания, потому что определить их существенно проще, чем теплоты образования. Ну, давайте вот рассмотрим конкретный пример. Допустим, мне нужно посчитать тепловой эффект реакции гидрирования паров бензола. То есть, это одна из стадии промышленного производства, допустим, капролактама. При таких условиях 298 кельвинов и 1 атмосфера. Мы берем справочник, и из справочника выписываем теплоты образования. То есть, видите, теплота образования
бензола вот такая, теплота образования цикла гексана такая. Ну, а водород простое вещество, для него теплота образования, естественно, равна нулю. Далее, по формуле, мы складываем теплота образования продуктов, то есть в данном случае цикла гексана, теплота образования исходных веществ и вычитаем одно из другого. И ничего не зная о химической реакции, то есть об гидрировании бензола, я могу посчитать тепловой эффект этой химической реакции. Вот он, видите, оказывается 206,3 килоджоуля. То есть это сильно экзотермическая реакция. Но большинство реакций, опять же, скажете, проводится вовсе не при 298 Кельвина, а при более высоких температурах. То есть в химических производствах редкие процессы проходят при комнатной температуре. Но ничего страшного. То есть мы полученную при 298 Кельвинах теплоту можем через пересчитать на любую другую температуру. И для этого служит так называемое уравнение Кирхгофа. Кирхгоф – это немецкий физико-химик, вот и приведен его портрет. Как это делается? Он как раз вот вывел уравнение, которое носит его имя, уравнение Кирхгофа, где ΔHT1 – это тепловой эффект при какой-то определенной температуре, ну, в час, обычно Т1 – это как раз и есть 298 Кельвин. А здесь стоит, соответственно, интеграл от Т1 до Т2, а под знаком интеграла это изменение теплоемкости. ЦП – это изменение теплоемкости в ходе химической реакции. То есть это сумма теплоемкости продуктов минус сумма теплоемкости исходных веществ, ну, естественно, с учетом стихиометрических коэффициентов. Теплоемкости также приведены в таблицах. То есть только нужно воспользоваться таблицей. Ну и в частности, вот здесь приведена формула, когда в качестве Т1 выступает уже рассмотренная с нами температура 298, и тогда уравнение Кирхгофа записывается следующим образом. Ну, для оценочных расчетов достаточно предположить, что теплоемкость – постоянная величина. И тогда, соответственно, можно вынести дельта ЦП за знак интеграла и получить такое простое уравнение, по которому легко посчитать тепловой эффект при любой температуре, зная тепловой эффект при 298 Кельвин. Ну а теперь перейдем к так называемому второму закону термодинамики. То есть первый закон термодинамики – это, по сути дела, энергетический баланс процесса. То есть он нам показывает, что вот сколько энергии в форме тепла или работы передалось от системы к системе. И если баланс сходится, то есть сколько отдано, столько и принято, значит первый закон термодинамики выполняется. Но первый закон термодинамики ничего нам не говорит о том, в какую сторону идет процесс, то есть о его направлении. Вот с точки зрения первого закона термодинамики, допустим, возможен такой процесс, как течение реки вспять, то есть река течет вспять, но при этом температура воды понижается. То есть энергия воды, внутренняя энергия воды, идет на то, чтобы, так сказать, поднимать воду вспять. Ну, естественно, никто такого процесса никогда не наблюдал. Или другой процесс, допустим, с точки зрения первого закона термодинамики, возможен процесс, когда наша печка вдруг начинает еще сильнее нагреваться, а воздух окружающий охлаждаться, то есть энергия в форме теплоты как бы переходит от холодного воздуха к горячей печке. Естественно, такого процесса никто никогда не наблюдал, но с точки зрения первого закона термодинамики он возможен. И вот как раз второй закон термодинамики, он и определяет, в какую сторону протекает процесс, то есть направление спонтанного или самопроизвольного протекания процесса. И на этот счет человечество за долгие годы сформулировало вот закон, который получил как раз название второго закона, и несколько формулировок я его сейчас приведу. Вот формулировка уже упомянутого нами Клаузиуса. Единственным результатом любой совокупности процессов не может быть переход энергии в форме теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. То есть то, что, о чем мы сейчас с вами говорили. Обращаю ваше внимание, что сам закон не запрещает переход энергии от холодного тела к горячему, но он говорит, что такой процесс не может быть единственным результатом.
То есть такой процесс не может происходить самопроизвольно. Но он может происходить, но не самопроизвольно, не сам по себе. Ну, например, работа холодильника, да, то есть энергия в форме теплоты отбирается от морозильной и холодильной камеры и передается в теплую комнату. Вот. Но этот процесс идет не самопроизвольно. То есть холодильник, как известно, включен в розетку и потребляет электрическую энергию. За счет этой электрической энергии происходит такой процесс. Вот если бы холодильник работал не включенным в розетку, вот тогда бы мы говорили, второй закон термодинамики неправильный. Или другая формулировка второго закона термодинамики, это уже Томпсона. Единственным результатом любой совокупности процессов не может быть превращение теплоты в работу. То есть, собственно говоря, теплота превращается в работу, но не полностью, и, соответственно, сопровождает еще процесс. Этот процесс. Или еще формулировка. Вечный двигатель, его называют перпетум мобили, второго рода невозможен. То есть о чем идет речь? Что значит перпетум мобили второго рода? То есть известно, что океан, особенно теплый океан, да, таит в себе колоссальные запасы энергии. Если бы мы научились, да, взяли какой-то двигатель, который бы внутреннюю энергию при постоянной температуре превращал в работу. То есть опустили этот двигатель в море, в этот океан, и он бы сразу начал производить электрическую энергию, а мы, соответственно, эту энергию расходовали на свои нужды. То есть цены бы не было такому двигателю. Но, увы, он невозможен. То есть это как раз пример вечного двигателя второго рода. То есть двигатели тепловые могут производить работу только в том случае, если есть, так сказать, разница энергии. То есть есть источник с высокой температурой, есть приемник с высокой температурой. То есть, если есть перепад температур, вот в этом случае мы, соответственно, можем превращать внутреннюю энергию в работу. Ну, а теперь, собственно, вот формулировки, рассмотренные нами, это наблюдение человечества. То есть, они просто декларируют, вот не может и все. Но нам с вами нужно выработать критерий, то есть, нужно выработать какую-то функцию, которая бы показывала нам, куда идет процесс. Посчитав которую, а еще лучше сказать, ее изменение в том или ином процессе, мы могли бы сказать, самопроизвольный процесс или не самопроизвольный. Сам по себе он идет или не сам по себе. И вот давайте займемся выработкой такой функции. И представим себе мысленный или проведем мысленный эксперимент. То есть вот возьмем мячик, поднимем его на какую-то определенную высоту. Вот так. И бросим его. Он ударится об пол и отскочит, но подпрыгнет уже на меньшую высоту. Опять ударится от пола и опять подскочит, еще на меньшую высоту. И в итоге конечное его состояние будет состояние вот такое, покоя на полу. То есть почему каждый раз мяч отскакивает на меньшую высоту? Все дело в том, что при ударе об пол часть энергии, вот в данном случае кинетической энергии мяча, будет расходоваться на то, чтобы рассеяться в форме теплоты, то есть в форме тепловой энергии. То есть часть энергии мяча идет на то, чтобы заставить молекулы пола колебаться, двигаться с большей амплитудой. При следующем ударе новые молекулы начинают двигаться с большей амплитудой. И в итоге вся энергия мяча перейдет, соответственно, в тепловую энергию. То есть рассеется в форме энергии. То есть, другими словами, процессы протекают в направлении, которое приводит к большему рассеянию общей энергии в форме теплоты. То есть там, где энергия рассеивается по форме теплоты, туда и идут процессы. И где рассеивается больше, именно туда они и идут. А вот обратный процесс самопроизвольным уже представить нельзя. То есть представьте себе, лежит мячик, и вдруг он подскакивает. Может такое быть? Естественно, нет. Да. То есть что для этого нужно было бы? Для этого нужно было бы, чтобы молекулы, которые колеблются хаотически, молекулы пола, вдруг в едином порыве дернулись в одну сторону, да, и подкинули бы мячик. Естественно, что такой процесс, связанный вот как раз с организацией движения, да, он не может идти самопроизвольно.
Еще один мысленный эксперимент проведем. То есть, с одной стороны, функции, которую мы с вами выводим, должна быть пропорциональна энергии, рассеиваемой в форме теплоты. То есть должна быть пропорциональна теплоте. Следующий опыт. Мы берем слой белого песка и слой желтого песка. То есть насыпаем в какой-то сосуд, относительный порядок имеем. Да, и начинаем этот сосуд трясти. Что мы видим? Песок перемешается. То есть каждый об этом знает. Да? То есть относительный порядок переходит в беспорядок. И дальше, сколько бы мы ни трясли, у нас песок вновь не разделится на слой белого и желтого песка. Или, допустим, газы. Вот два и N2 отделены друг от друга перегородкой. Если мы эту перегородку уберем, то они смешаются. То есть относительный порядок перейдет в беспорядок. Обратные процессы мы, конечно, можем осуществить. Осуществить разделение газов, разделение песка, допустим, сядем, возьмем пинцет и аккуратненько песчинку белую в одну сторону, желтую в другую, рассортируем. Но, как вы понимаете, этот процесс уже не самопроизвольный. То есть для его осуществления необходимо подводить энергию извне. Следовательно, второе, что мы должны усвоить, что все процессы протекают в сторону увеличения хаотичности системы. То есть наша функция, которую мы введем, должна, с одной стороны, быть мерой вот, рассеяния энергии в форме теплоты, а с другой стороны, мерой хаотичности. Ну и, соответственно, рассеяние теплоты или там, подвод, допустим, энергии в форме теплоты в какую-то систему вызовет больший беспорядок, если температура в системе низкая. И меньший беспорядок, если температура в системе высокая. То есть наша функция, вернее, ее изменения, должны быть пропорциональны, лучше сказать, обратно пропорциональны температуре. И вот мы с вами подошли к понятию энтропии. Энтропия обозначает букву S, ее ввел уже упомянутый Клаузиус, и ее изменения, как видите, в самопроизвольных процессах больше, чем q делить на t. Или для бесконечно малого интервала процесса в дифференциальной форме это записывается вот таким образом. Для изолированной системы, то есть которая не может обмениваться теплотой и энергией, ну, вернее, энергией и массой, q равняется нулю и ds больше нуля. То есть при протекании в изолированной системе самопроизвольного процесса ее энтропия возрастает. То есть ΔS больше нуля. Вот мы и ввели критерий. Энтропия. То есть, если мы хотим узнать, протекает процесс самопроизвольно или нет, то должны посчитать дельта С. Если окажется, что дельта С больше нуля, то значит процесс в этой изолированной системе идет самопроизвольно. Вот. И это сформулировал Клаузиус впервые. Он написал, ну, из первого закона, энергия мира постоянная, а энтропия мира стремится к максимуму. То есть это одна из формулировок второго закона термодинамики, выражаясь через энтропию. Вот. Больцман был такой немецкий ученый, впервые показал, что второй закон термодинамики, он статистический. То есть он связан с так называемой термодинамической вероятностью состояния. То есть состояние системы можно задать с помощью вот этих, ну как это себе представить, что значит термодинамическая вероятность состояния? То есть состояние системы можно задать с помощью так называемых микросостояний. То есть представим себе, что у нас есть такой чудесный фотоаппарат, с помощью которого мы можем делать фотографии молекул. Причем на фотографии были не только координаты молекулы, но и ее как бы направление и скорость движения, или импульс лучше. Так вот, мы делаем одну фотографию, через секунду другую. Естественно, молекулы сместились, и новая фотография, новое микросостояние. Через секунду третью, и делаем такие фотографии. И, наконец, видим, фотографии начали повторяться. Так вот, число этих фотографий, то есть это и есть термодинамическая вероятность состояния. Ну, естественно, чем больше хаотичность, беспорядок в системе, тем больше мы можем таких фотографий сделать. И, соответственно, энтропия связана с термодинамической вероятностью вот таким простым уравнением. Это уравнение носит название уравнения Больцмана, и К – это константа Больцмана.
И надо сказать, что им это уравнение выгравировано на нагробной плите могиле Больцмана. Так вот, теперь мы попробуем, вернее, мы перейдем непосредственно к энтропии, и попробуем вычислять ее. То есть, как вычислить энтропию? И вот вычисление энтропии веществ позволяет сделать третий закон термодинамики. О чем идет речь? Ну вот я записал такую формулу. ds больше, чем дельта q делить на t. То есть для бесконечно малого процесса. А теперь проинтегрируем эту формулу. И при этом учтем, что теплота есть не что иное, как теплоемкость умножить на dt. Вот я подставил всю формулу. И в итоге получаю вот такое выражение. То есть, видите, все бы было хорошо, если бы мы знали величину S нулевое, то есть величину энтропии при абсолютном нуле, то есть как бы знали точку отсчета. Тогда бы мы могли вычислять энтропию при любой температуре T. Так вот, Макс Планк в 1912 году предположил, что при абсолютном нуле энтропия идеального, то есть кристалла без всяких дефектов внутренних, при абсолютном нуле равно нулю. То есть он определил, что вот это S нулевое равно нулю. И тогда мы получаем простую формулу, а обоснованием вот этого предположения может служить следующее рассуждение, то есть связанное с уравнением Больцмана, выше нам я рассказан, описано. Значит, термодинамическая вероятность равна единице. Ну, действительно, при абсолютном нуле все молекулы как бы заморожены, и мы можем сделать вот эту одну фотографию, то есть одно микросостояние при абсолютном нуле. А логарифм единицы равен нулю. И, соответственно, энтропия при абсолютном нуле равна нулю. И мы тогда получаем вот простую формулу, которая позволяет нам вычислять энтропию вещества при любой температуре. Если при нагревании возникают так называемые фазовые переходы, то есть, допустим, плавление, испарение, то мы должны учесть еще и изменение энтропии фазовых переходов. Ну, действительно, при испарении температура постоянная, а энтропия возрастает. И в итоге мы получаем вот такое уравнение, которое позволяет рассчитывать энтропию вещества при любой температуре, с учетом фазовых переходов, то есть в данном случае плавления и кипения. Ну, если они есть при данной температуре, при интересующей нас температуре. Так вот, по этой формуле практически для всех веществ были вычислены абсолютные энтропии при 298 Кельвина. И вот некоторые из них я выписал и привел в таблицу. Вот смотрите, вода, видите, она в кристаллическом жидком газообразном. И мы видим, что энтропия кристаллической воды меньше всего. Больше энтропии жидкой, еще больше энтропии газообразной воды. И это нормально, да. Потому что энтропия, как мы знаем, это мера беспорядка. И когда вещество находится в виде газа, то молекулы никоим образом не связаны друг с другом и двигаются наиболее хаотично. А вот в кристаллическом виде молекулы образуют кристаллическую, или атомы образуют, или ионы образуют кристаллическую решетку, то есть, как говорят, имеется и ближний, и дальний порядок в веществе. И хаотичность самая маленькая, энтропия самая маленькая. Ну и видим, что, вот, допустим, у органических молекул, да, энтропия больше, чем у неорганических. То есть чем сложнее молекула, тем как бы больше ее внутренняя хаотичность и больше энтропии. Так вот, имея абсолютную энтропию веществ, мы можем посчитать изменение энтропии в ходе любой химической реакции. Это нам нужно для вычисления констант равновесия в дальнейшем. Делается это так. Значит, выписывается энтропия, как я сделал только. Для продуктов, интересующих нас, для исходных веществ, складывается и вычисляется дельта S. Но надо учесть еще стихиометрические коэффициенты. Ну, мы только что говорили, что энтропия – это критерий самопроизвольности для так называемых изолированных систем. Реальные же системы, которые нас интересуют, они не изолированы. То есть они либо открытые, либо закрытые. То есть нужны какие-то другие критерии. Так вот, критерии энтропию видоизменили и ввели вместо нее так называемые энергии Гибса и Гельмгольца. То есть для открытых и закрытых систем именно они служат критерием направленности процессов. То
Мы должны ли считать либо дельта изменение этих критериев, чтобы решить, идет процесс или нет. Что такое энергия Гельмгольца? Не будем вдаваться в подробности и сразу сформулируем. То есть энергия Гельмгольца – это U, то есть внутренняя энергия, минус T на S. T – это температура, S – энтропия. Энергию Гельмгольца назвали в честь Гельмгольца, то есть известного физико-химика. Он как раз был проводником идеи гипса. О гипсе мы еще поговорим. И в честь него как раз эта функция получила название энергии Гельмгольца. Так вот, если мы произведем соответствующее преобразование, то можем получить для изменения, то есть бесконечно малого изменения dF, то есть изменения энергии Гельмгольца, такое выражение. И если процесс протекает при постоянном объеме и температуре, то, соответственно, dV равно нулю, dT равняется нулю, и для самопроизвольных процессов dF меньше нуля, или для процесса в целом dF меньше нуля. То есть, чтобы решить вопрос, идет реакция при V и T констах, это констант, то есть это так называемые изохорные, изотермических условий, мы должны посчитать ΔF. Если окажется, что ΔF меньше нуля, значит реакция идет. Ну, понятно, что это процессы при постоянном объеме и температуре проводят чаще всего химики в автоклавах. То есть объем постоянный, температура постоянная. И чтобы вот решить вопрос, идет реакция или нет, мы должны для нее посчитать ΔF. То есть, есть специальные методы этого расчета и решить тогда вопрос окончательно. Следующая функция, которая более широкое применение нашла в практике, это энергия гипса. Ее обозначает буковкой G, и она равна H минус T, минус T на S. То есть H это энтальпия, напоминаю. Так вот, для самопроизвольных процессов мы можем в случае энергии гипса получить вот такое выражение. Это вот гипс. И при P и T constant, то есть когда давление и температура постоянные, у нас вот такие вот выражения. И, соответственно, dG меньше или равняется нулю, ΔG меньше или равняется нулю. То есть для самопроизвольных, причем знак меньше. То есть если мы хотим узнать, идет процесс самопроизвольный или нет, то мы должны при P и T constant, то есть при изобарно-изотермических условиях, мы должны посчитать ΔG. И тогда вопрос решится однозначно. Если дельта G меньше нуля, значит реакция или физико-химический процесс возможен. Если дельта G больше нуля, то значит возможен процесс обратный, интересующий у нас. И есть специальные методы, которые позволяют эти процессы, вернее, посчитать либо дельта G, либо дельта F. И надо сказать, что чаще всего процессы проводят при постоянном давлении, то есть на открытом воздухе, при атмосферном давлении, постоянной температуре. Поэтому чаще используется энергия гипса, а вовсе не энергия Гельмгольца. И вот как раз к рассмотрению свойств энергии гипса мы с вами перейдем. И первое, что мы сделаем, рассмотрим, как зависит энергия гипса от давления. Введем понятие так называемой летучести. Ну, учитывая, что G – это функции состояния, а ее производная dg по dp при постоянной t есть v, то есть это вытекает из свойств полного дифференциала, мы можем сказать следующее. Так как объем, это по смыслу величина всегда положительная, объем не может быть отрицательным, то при повышении давления энергия гипса всегда возрастает. То есть вот как энергия гипса зависит от давления. Это выражение мы можем проинтегрировать и записать вот такое выражение. И интеграл, стоящий в правой части, берется или аналитически решается в двух случаях. Значит, первый случай, если мы рассматриваем процессы, происходящие в конденсированных фазах, то есть когда мы рассматриваем процессы, происходящие либо в жидкости, либо в твердых телах. В этом случае мы можем считать V постоянным. А раз V постоянное, то мы можем вынести его за знак интеграла и, соответственно, получить вот такой результат. То есть это для процессов в конденсированных системах. Ну, и опять же, если мы будем рассматривать процессы, происходящие где-нибудь в центре Земли, то это уравнение неправильное,
выполняется, потому что там уже объем тела будет зависеть от давления, естественно. И второй случай – это когда мы рассматриваем процессы, происходящие в идеальных газах. То есть в этом случае между давлением и объемом есть так называемое, есть уравнение, это уравнение Клаперона-Менделеева, то есть для идеальных газов оно связывает давление, объем и температуру. P на V равняется nRT. Так вот, если мы подставим уравнение Клаперона-Менделеева под знак интеграла и проинтегрируем, то получим вот такое выражение. Далее. Мы теперь как бы введем некую точку отсчета. То есть примем так называемое стандартное состояние. Вот выберем стандартное состояние, когда P1 равно 1 атмосфере. И тогда у нас, видите, под знаком логарифма будет стоять просто какое-то относительное давление, потому что любое давление, деленное на единицу, даст то же самое давление. И тогда для 1 моль идеального газа, то есть когда n равно 1, мы получим вот такое простое выражение. То есть это как раз выражение связывает энергию Гиббса и давление для идеальных газов, где g с ноликом – это стандартная энергия Гиббса, то есть энергия Гиббса при давление 1 атмосфера. Этим уравнением мы еще сегодня воспользуемся. То есть обращаю ваше внимание на него. Но это выражение для идеальных газов. А газы, с которыми мы имеем дело, они реальные. Как же быть тогда в случае реальных газов? Ну, естественно, что мы могли бы сказать, ну, для реальных газов тоже есть свои уравнения, связывающие объем давление. Ну, допустим, уравнение Ван дер Ваальса или уравнение с фериальными коэффициентами. Но если мы их подставим под знак интеграла и проинтегрируем, то получим очень громоздкие выражения. К тому же и неточные. Вот. Поэтому американский физик Льюис предложил другой путь. Он предложил следующее, что давайте мы оставим уравнения в прежнем виде. То есть простые уравнения, свойственные идеальным газам. Но вместо давления подставим некую величину, как бы исправленное давление или эффективное давление. То есть эта величина называется летучесть или фугитивность. Так вот, фугитивность связана с давлением вот таким простым соотношением, где гамма – это коэффициент летучести или коэффициент активности его еще называют. То есть, видите, это как бы мера отклонения от идеальности. Если газ идеальный, то гамма равен 1, и, соответственно, F равняется P. И уравнение такое, как мы получали раньше для идеальных газов. Вот. Вот такой путь предложил Льюис. А вы скажете, а как вычислить летучесть? Ну, есть специальные уравнения, которые позволяют это вычислить. И надо сказать, что для большинства веществ, для большинства газов, при различных условиях, давлениях, температурах, эти летучести уже подсчитаны, вернее, коэффициенты летучести уже давно подсчитаны и табулированы. Но следующее, что мы рассмотрим, это зависимость энергии Гиббса от температуры. Выведем уравнение Гиббса-Гельмгольца. Оно тоже нами будет использовано и тоже очень важно для химии. Опять же, из свойств полного дифференциала, то, что энергия Гиббса – это полный дифференциал, производная, частная производная энергии Гиббса по температуре при постоянном давлении – это минус S. Энтропия, как мы теперь знаем, это мера хаотичности. Вот. И энтропия по смыслу своему всегда больше нуля. А что это означает? А это означает следующее, что значит, минус перед положительной величиной означает, что правая часть отрицательная. Следовательно, с повышением температуры энергия Гиббса всегда уменьшается. То есть температура растет, а энергия Гиббса уменьшается. Только в этом случае у нас правая часть будет отрицательной. Если мы это уравнение проинтегрируем, то можем получить некое вот уравнение в несколько необычном виде. То есть dg по dt и, соответственно, правая часть минус. Но его чаще записывают для изменения энергии Гиббса. То есть вот таким вот образом. Смысл, или глубокий смысл этого уравнения заключается в том, что оно позволяет по величине и знаку дельта h, то есть каков дельта H? Дельта H, если реакция экзотермическая, то он отрицательный, если реакция эндотермическая, то он положительный, позволяет посчитать изменения, соответственно, предсказать, вернее, изменения
дельта G. Или уравнение Гибса-Гельмгольца чаще используют вот в интегральной форме, то есть вот так, как оно записано. Вот именно в такой форме его чаще используют для расчета дельта G. То есть смотрите, дельта H считают так, как мы с вами обсудили, то есть через теплоты образования или теплоты сгорания. Если температура 298, то с помощью вот табличных, стандартных типа энтальпии образования или теплот образования или сгорания. А если температура выше, чем 298, то, соответственно, мы пересчитываем с помощью уравнения Кирхгофа. Дельта С мы тоже умеем считать, то есть с помощью абсолютных энтропий мы можем всегда посчитать дельта С, так как мы это обсуждали, и в итоге считаем дельта G. То есть, посчитав дельта G, мы теперь решаем, может реакция протекать самопроизвольно или не может протекать самопроизвольно. Если дельта G, повторяю, меньше нуля, значит реакция идет так, как она записано, то есть может протекать самопроизвольно. Если дельта G окажется больше нуля, то, соответственно, идет или самопроизвольно протекает обратная ей реакция. Ну и, наконец, перейдем к рассмотрению термодинамики химического равновесия. Ну, сначала о равновесии. То есть мы знаем с вами, что все реакции протекают до состояния равновесия. То есть оно может быть глубоко смещено, то есть в сторону продуктов, а может и реакция, только начавшись, сразу остановиться. И как раз химиков больше всего интересует это. Да, то есть как глубоко идет химическая реакция. То есть мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы в смеси, то есть в равновесной смеси, то есть до состояния, когда все прореагировало, вещество было только, вернее, присутствовало только практически одни продукты реакции. То есть выход реакции в этом случае будет максимальный. Ну, естественно, что и дельта G, вот оно связано с, так сказать, с самопроизвольностью процесса. То есть чем дельта, если дельта G отрицательная, чем больше по абсолютной величине, тем, соответственно, у нас глубже идет реакция. Состояние равновесия смещено в сторону продуктов реакции. То есть, другими словами, дельта G каким-то образом должна передавать вот этот факт. То есть, чем больше по абсолютной величине дельта G и со знаком минус, тем глубже идет реакция. То есть, чем меньше исходных веществ остается в равновесной смеси, и тем больше, соответственно, продуктов реакции. Вот эти вот разработки, они, так сказать, теоретическая база этих разработок была сформулирована уже упомянутым Гибсом. Надо сказать, что Гибс – это американский физик и математик. Он всю жизнь прожил в своем, в смысле, проработал в провинциальном американском университете, практически никуда не выезжал, в центральных журналах свои работы не публиковал, а только в трудах своего родного университета. И в итоге о них, о этих работах, которые, собственно, перевернули тогдашнюю науку, мало кто знал. И вот одна из заслуг Гельмгольца в том, что он как раз раскопал, что называется, эти труды и изложил их европейцам. То есть, и с тех пор слава Гибса, как одного из главных теоретиков физики и химии, прокатилась по всему миру. То есть, Гибс теперь считается таким основателем химической термодинамики и, соответственно, физической химии. И мы с ним еще несколько раз, вернее, с его идеями несколько раз столкнемся. Ну, а теперь, что мы, собственно, знаем о химическом равновесии. То есть люди давно изучали равновесие, и вот один из принципов, он получил название «принцип Леш-Этелье», гласит следующее, что если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказывать внешнее воздействие, то равновесие в системе изменится так, чтобы эффект воздействия был минимальным. Это принцип Ле-Шетелье. Ну, понятно, это
система ведет себя как некий живой организм. То есть, если на нее оказывать какое-то внешнее воздействие, то она поведет себя так, чтобы уменьшить результат этого воздействия. Ну, например, вот возьмем такую реакцию. Это знаменитая реакция синтез Габбера или синтез аммиака из азота и водорода. То есть, я напомню, что еще во времена Менделеева перед миром стояла угроза, вернее, ученые того времени предсказывали так называемый азотный голод. То есть растения должны быть подкормлены азотными удобрениями. Хоть они и купаются в океане азота, то есть азот, воздух, окружающий нас, на 70% с лишним состоит из азота. Но тем не менее, они его извлекать из воздуха не могут самостоятельно. Мы должны вносить эти растения в виде либо какой-то селитры, либо навоза. Ну, то есть, должны уже в растворенном виде, в виде химических соединений вносить. Вот. А запасов азота, то есть азотных, допустим, калийная селитра встречается только в пустыне Атакама, это в Чили. Поэтому запасов природных, естественных запасов селитра крайне мало. И ученые предрекали азотный голод. То есть, если не будет решена проблема, соответственно, связывания азота атмосферного в какие-то химические соединения, то народу грозит азотный голод. И вторая проблема – это практически все взрывчатые вещества, они представляют собой производные азотной кислоты. То есть, это нитраты. То есть, допустим, нитро, толуол и так далее. То есть, все взрывчатые вещества. И чтобы вести его в войну, нужно иметь, соответственно, источник химических соединений азота. Вот. И когда начиналась Первая мировая война в 1914 году, французы и англичане были большими оптимистами. Ее результатов. Дело в том, что они знали, что если отсечь Германию от пустыни Атакама, то есть от Чили, то Германия должна в скором времени капитулировать, потому что нет веществ, содержащих, то есть нет азотной кислоты, нет взрывчатых веществ. Но химик Габбер, вот в честь него как раз и эта реакция, этот синтез и назван, он вот научно доказал, и с привлечением вот тех представлений, которых мы сегодня рассматриваем, что вот для такой реакции дельта G отрицательная, и, соответственно, подобрал катализаторы, которые позволяют эту реакцию осуществлять. О катализаторах мы еще с вами поговорим. И, соответственно, решил проблему связанного азота. Вот. И в настоящее время эту реакцию осуществляют в промышленном масштабе, в так называемых колонных синтеза аммиака. Так вот, что мы можем прогнозировать, глядя на эту реакцию? Для этой реакции дельта H отрицательная, и, соответственно, тепловой эффект, то есть тепло выделяется, то есть это реакция экзотермическая. И повышение температуры смещает равновесие в обратную сторону. Далее, эта реакция идет с уменьшением объема, то есть в реакцию вступает один объем азота, три объема водорода, и получается из четырех объемов реагентов получается всего два объема аммиака. То есть реакция идет с уменьшением объема. Следовательно, повышение давления должно способствовать образованию аммиака. И действительно, эту реакцию проводят вот в этих уже упомянутых колоннах синтеза аммиака при колоссальных давлениях, то есть сотни атмосфер. Ну и при высоких температурах. Вы скажете, ну как же, повышение температуры смещает равновесие в обратную сторону, то есть в сторону разложения аммиака на азот и водород. Но тут уже вынужденные меры, потому что если температура будет низкая, то будет низкая и скорость реакции. Это мы с вами об этом поговорим в разделе химической кинетики. Поэтому мы вынуждены увеличивать скорость химической реакции, увеличивать температуру. Вот, при этом увеличивается скорость реакции, но в ущерб смещению равновесия. Далее. Так вот,
для реакции, любой реакции, то есть я вот записал реакцию синтеза аммиака, а вот на дальнем рисунке записаны реакции в общем виде, то есть исходные вещества превращаются в продукты. Гульберг и Вааге сформулировали так называемый закон действующих масс. Ну, во времена начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, слово концентрация не употреблялось, а вместо него говорили действующие массы. Поэтому и закон получил название действующих масс. Так вот, для любой реакции мы можем ввести так называемую константу равновесия. То есть в данном случае вот константа равновесия выражена через концентрацию, поэтому здесь стоит значок С. Так вот, согласно закону Гульберга и Вааге, то есть закону действующих масс, константа равновесия есть не что иное, как произведение, вот этот значок произведения, концентрации продуктов в степенях стихиометрических коэффициентов и делить на произведение концентрации исходных веществ, опять же, в степенях стихиометрических коэффициентов, то есть А1, А2 и так далее. Причем вот черточка сверху означает, что здесь стоит равновесная концентрация. То есть такая запись означает, что реакция идет всегда до установления какого-то состояния равновесия, и в этом состоянии равновесия произведение концентрации продуктов, деленное на произведение концентрации исходных веществ в стихиометрических степенях, всегда есть величина одна и та же, КЦ. Причем КЦ есть функция только температуры. То же самое, если реакция протекает в газовой фазе, то же самое и относится к константе равновесия, выраженной через давление. То есть, тогда у нас произведение парциальных давлений или равновесных парциальных давлений в стихиометрических степенях продуктов, а в знаменателе произведение парциальных давлений в стихиометрических степенях, стихиометрических коэффициентов исходных веществ. То есть это константы равновесия, выраженные через концентрации и давление. Если же газ не идеальный, то есть или там раствор не идеальный, то мы должны вместо давления вводить летучести, то есть те величины, о которых мы уже говорили, то есть то, что предложил американский физик Льюис. То есть давление заменять некой эффективной величиной, которая называется летучесть. То же самое относится и к жидким растворам или к твердым растворам. Только там вместо концентрации вводить как бы эффективную концентрацию, которая называется уже активность. Ее обычно обозначают буковкой А. Вот между константой, выраженной через концентрации, и константой равновесия, выраженной через давление, существует вот такая простая связь. То есть R – это, опять же, универсальное газовое постоянное, T – это температура. А дельта N – это изменение числа моль газообразных веществ в ходе химической реакции. Вот для уже рассмотренной нами реакции азот плюс 3 водорода мы имеем, соответственно, две молекулы аммиака. То есть слева у нас 4 молекулы, 4 объема, а здесь всего 2. То есть дельта N у нас, соответственно, равно минус 2. А если бы мы аммиак вымораживали, то, как я уже говорил, дельта N было бы минус 4. Вот такая есть связь между константами равновесия. Ну, а теперь, собственно, перейдем к идеям Гибса, о которых я с вами говорил. То есть мы должны связать константы равновесия. То есть, с одной стороны, вот глубину протекания реакции характеризует константа равновесия. Чем она больше по величине константа равновесия, тем, соответственно, больше у нас продуктов и меньше исходных веществ. А с другой стороны, вот, так сказать, глубину протекания реакции передает дельта G. То есть чем больше по абсолютной величине дельта G и, соответственно, отрицатель со знаком минус, тем глубже идет реакция. То есть между дельта G и константой равновесия должна быть связь. Вот давайте мы эту связь с вами и выведем. И то, что мы получим, будет называться изотермой химической реакции или изотермой Ван Гофа. То есть Ван Гоф – это великий
голландский физико-химик, который является одним из классиков физической химии. Так вот, опять же, рассмотрим реакцию в общем виде, которую мы уже много раз рассматривали. Что такое дельта-Ж, то есть изменение энергии Гибса в ходе этой реакции? Это сумма энергии Гибсов продуктов, с учетом стихиометрических коэффициентов, минус сумма энергии Гибса исходных веществ, опять же, с учетом стихиометрических коэффициентов. Другое дело, что абсолютное значение энергии Гибса мы не знаем и знать не можем, как и потому как в энергию Гибса косвенно входит внутренняя энергия. Но изменение энергии Гибса в том или ином процессе мы знаем и можем посчитать, и мы уже это с вами обсуждали. Но пока нам это не важно. То есть мы берем и, вычисляем дельта Ж для какой-то любой реакции. То есть в общем виде она записывается так. То есть сумма энергии Гибсов продукта минус сумма энергии Гибсов исходных веществ. Дальше. Теперь мы вспоминаем, что между энергией Гибса и давлением существует простая связь. То есть это вот уравнение мы с вами получили, вывели. Это для одного моль вещества, если вещество находится в форме идеального газа. То есть это, напоминаю, относительное давление. То есть давление, отнесенное к одной атмосфере. И величина, она по этой причине безразмерная. А G – это так называемая стандартная энергия Гибса, или энергия Гибса при давлении 1 атмосфера. И вот подставим эти G в то уравнение, в предшествующее, и мы получим следующее, объединим энергии Гибса стандартные и объединим члены с логарифмами, получим следующее выражение. То есть сумма стандартных энергий Гибса продуктов минус сумма стандартных энергий Гибса исходных веществ с учетом стихиометрических коэффициентов и, соответственно, суммы членов с логарифмами продуктов и исходных веществ. Если мы все это сгруппируем, то получим вот такое выражение. То есть здесь дельта G с ноликом – это вот как раз изменение энергии Гибса, стандартных энергий Гибса, то есть при давлении 1 атмосферы. А это, соответственно, члены с логарифмом. Мы не остановимся на достигнутом и пойдем дальше. Значит, теперь предположим, что система находится в равновесии. Если система находится в равновесии, то дельта G в этом случае равна нулю. То есть мы приравняем это выражение, и тогда уже, если система находится в равновесии, под знаком логарифма, под знаком произведения, будет стоять уже не просто парциальное давление, напомню, парциальное давление – это давление, которое оказывал бы газ, если бы он находился в системе 1 и занимал весь объем. То есть если у меня, допустим, газ, мы имеем смесь газов, то у каждого газа свое парциальное давление, и сумму парциальных давлений дает нам общее давление. Так вот, если мы приравняем все давление, то получим уже, соответственно, не просто давление произвольное, которое мы имели, то есть при смешивании газов, а равновесное. Вот этот значок равновесия нам это и говорит об этом. Так вот, в этом случае мы переносим и, соответственно, получаем выражение для дельта G. То есть дельта G связана вот с равновесными давлениями. И если мы, опять же, вспомним выражение для констант равновесия, то увидим, что под знаком логарифма стоит не что иное, как константа равновесия. И в итоге мы получаем уравнение. Вот к этому уравнению мы шли. Мы шли в течение всей этой лекции, потому что, еще раз повторяю, для химиков очень важно уметь предсказывать, глубину протекания реакции, уметь рассчитывать равновесные давления, то есть какие давления парциальных компонентов установятся, когда реакция закончится, то есть когда будет достигнуто состояние равновесия. И вот это уравнение, это одно из уравнений Ван Гофа или изотерма Ван Гофа. Это, в общем-то, все уравнения, которые здесь написаны, они носят имя изотерма Ван Гофа. Так вот,
А вот это уравнение как раз и позволяет нам это все сделать. То есть мы должны посчитать дельта G реакции. Это так, как мы с вами это уже умеем. То есть мы считаем, опять же, дельта H реакции. То есть через теплота образования или сгорания, так как мы это делали, пересчитываем на любую температуру. Считаем дельта S реакции. И по уравнению Гибса-Гельмгольца, то есть интегральной форме дельта G равняется дельта H минус T на дельта S, считаем дельта G. А потом подставляем полученный результат в это уравнение, вычисляем константу равновесия. Зная константу равновесия, мы рассчитываем равновесное давление. То есть тем самым мы предсказываем, вот до какой глубины может пройти реакция. Каков, так сказать, теоретический выход данной реакции. И в этом есть глобальный смысл полученного уравнения. Но опять же, если мы вместо дельта G, то есть вот у нас мы получили, что дельта G стандартная, есть не что иное, как минус РТ логарифм КП, если мы подставим вместо дельта G это выражение, то получим уравнение изотермы химической реакции или уравнение изотермы Ван Гога. То есть это общий вид, он позволяет рассчитывать дельта G реакции. То есть, когда мы берем какие-то произвольные давления. Вот в частности, опять же, для вышеупомянутой реакции N2 плюс 3H2, то есть для синтеза аммиака методом Габбера, мы должны написать вот такие соотношения. Причем вот это вот давление, которое мы берем, то есть вот мы смешиваем газы при определенных давлениях, вот они такие-то. Да, причем это, то есть, те давления, парциальные давления, до того, как реакция началась. Потом реакция началась, протекла, и установилось равновесие. Вот при равновесии у нас устанавливаются вот такие вот парциальные давления компонентов. То есть, если мы подставим, то можем посчитать дельта G. Ну и, соответственно, можем, как я уже рассказывал, посчитать любые, в смысле, для любой реакции, не зная совершенно ничего о реакции, мы можем посчитать для нее дельта G и решить вопрос, идет реакция или не идет. Если она идет, то как глубоко, то есть сколько мы можем получить продуктов реакции, а сколько мы можем получить исходных веществ. Ну а теперь перейдем к вопросам для самопроверки. То есть повторим кратко то, что мы уже с вами знаем. То есть какие системы называются открытыми, закрытыми, изолированными. Напоминаю, что эта классификация это классификация всех систем по возможности обмена с окружающей средой веществом и энергией. То есть, если системы могут обмениваться и веществом, и энергией, то они открытые. Если могут обмениваться только энергией, но не могут веществом, то закрытые. А если не могут обмениваться ни тем, ни другим, то изолированные системы. И напоминаю, что для изолированных систем критерием самопроизвольности процессов является энтропия. А для открытых и закрытых систем критерием самопроизвольности является либо энергия Гибса, если процесс протекает при постоянном давлении и температуре, либо энергии Гельмгольца, если процесс протекает при постоянном объеме и температуре. Далее, из каких составляющих складывается внутренняя энергия? Опять же, напоминаю, что внутренняя энергия – это центральное понятие, так сказать, химической термодинамики. То есть весь первый закон термодинамики основан на этом определении. То есть внутренняя энергия – это энергия всех частиц, составляющих систему. Это энергия молекул, кинетическая и потенциальная энергия ядер, атомов, из которых эти молекулы складываются, энергия электронов, то есть вся энергия всех частиц, которые входят в систему, включая неизвестные виды энергии. То есть, еще раз напоминаю, что абсолютного значения внутренней энергии мы не знаем и знать никогда не сможем. Мы можем знать изменения внутренней энергии в ходе какого-либо процесса. И опять же концентрирую ваше внимание на том факте, что дельта У
Это есть не что иное, как теплота изохорного процесса. То есть мы с вами это получаем. То есть если мы измерим теплоту изохорного процесса, то тем самым измерим изменение внутренней энергии. Дальше, следующий вопрос. Что называется теплотой образования веществ или энтальпией образования веществ? Опять вспоминаем, что это тепловой эффект образования данного вещества из простых веществ. С помощью теплот образования или с помощью энтальпии образования рассчитывают тепловые эффекты химических реакций. То есть это искусственный прием, но очень эффективный. То есть ничего не зная о химической реакции, открыв таблицу, выписав из нее теплоты образования веществ, то есть продуктов, исходных веществ, мы можем посчитать тепловой эффект этой реакции. Следующий вопрос. Что называется теплотой сгорания? Ну, это следующий прием расчета тепловых эффектов. То есть уже через теплоты сгорания. Теплота сгорания – это тепловой эффект сгорания или реакции глубокого окисления данного вещества до высших оксидов. Далее. Мерой какого свойства системы является энтропия? То есть энтропия – это тоже центральное понятие всего курса физической химии. То есть эта энтропия – это, как вы помните, мера беспорядка. Все процессы в изолированных системах протекают в сторону увеличения беспорядка системы, в сторону увеличения ее энтропии. Дальше. Как изменится энергия гипса при протекании в системе изобарно-изотермических процессов? Ну, опять же, напоминаем, что энергия гипса – это мера или критерий самопроизвольности процессов в открытых или закрытых, в открытых или закрытых системах, если там протекают процессы при постоянном давлении и температуре. Тут еще вот какой маленький нюанс. В литературе вместо термина энергии гипса вы можете встретить свободную энергию или изобарно-изотермический потенциал. Вот. Эти термины еще широко используются, особенно в специальной литературе. Но надо помнить, что ИЮПАК, то есть Международная организация химиков, решила, что вот называть энергию, вот эту величину, критерий направленности процессов при условии постоянства давления и температуры, энергии гипса. Вот. А так как мы являемся членами ИЮПАК, то должны это соблюдать. То есть никаких свободных энергий или изобарно-изотермических потенциалов быть не должно. Дальше. Что называют константой равновесия? Ну, опять же, повторяю, что константа равновесия – это произведение парциальных давлений, равновесных парциальных давлений продуктов делить на произведение парциальных давлений исходных веществ. То есть эта величина показывает, как глубоко протекает химическая реакция. То есть чем больше константа равновесия, соответственно, тем больше продуктов образовалось, образуется в равновесной системе, тем, соответственно, глубже идет реакция. С помощью константы равновесия мы можем посчитать либо равновесные концентрации, если константа равновесия выражена через концентрацию, либо равновесные парциальные давления, если константа равновесия выражена через парциальное давление. Дальше. Какое уравнение связывает константу равновесия и дельта G реакции? Мы это уравнение только что вывели, это уравнение изотермы химической реакции или изотермы Ван Гофа. Ну а теперь глоссарий, то есть термины, которыми мы сегодня пользовались. Ну опять же, термодинамика, то есть это раздел теоретической физики, который изучает вот закономерности взаимопревращения различных видов энергии. Но химиков в первую очередь интересует не сама термодинамика, а ее приложение к химическим процессам, то есть химическая термодинамика. Дальше. Система – это, опять же, центральное понятие, то есть это тело или группа тел, фактически или мысленно выделенные нами в окружающей среде. Дальше. Фаза – то есть это совокупность частей системы, кусочек льда в воде. Да, это вода – одна фаза, а лед – другая фаза. Теплота – то есть это форма передачи энергии от системы к системе. Работа – это внутренняя. Все это центральные понятия, мы их уже обсуждали с вами. Вот список литературы, который мы
можете использовать для того, чтобы самостоятельно готовиться по физической химии. На этом позвольте попрощаться с вами. Наша первая лекция закончилась. Спасибо.